Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами на обзоре вот такие вот чевапачи, мираторг, свинина, колбаски по-домашнему. Вот так они выглядят. Их можно на сковородке жарить и даже запекать. Давайте посмотрим состав. Вот тут он. Тут, наверное, увидите там. По-моему, всего одна Е-добавка, ну и много чего написано. Ну, в принципе, не так много. Тут тоже что-то. Они у меня сейчас замороженные из морозилки. И я их, конечно же, хочу запечь, поскольку жарить я не люблю. Я люблю жареное и все такое. Так. Ой, так ароматно они пахнут. Вот так они выглядят. Не знаю, как они выглядели не замороженные. Даже не представляю. Даже лед тут. Пахнут обалденно. Здесь сверху какая-то бумажечка. Да. Это бумажечка. Хотя, честно говоря, не люблю, когда они там находятся. Мне так все время кажется, что однажды я про нее точно забуду. Так, мы их разделим вот так. И отправляем запекать в духовку. По-моему, да, мне даже кажется, что... Ну да, они даже, по-моему, без пленочки. Не знаю, должны быть. Мне казалось, что, наверное, должны быть. Давайте так посмотрим чуть-чуть на них. Здесь их 5 штук. Ну, специями прямо отдает, специями. Так, ну вот они, наши купаты, или как они там назывались, я уже не помню. Вот они готовы. К сожалению, большому сожалению, семья налетела и слопали. Но две штучки все-таки мы остались, они уже немножечко остыли. От них вон там сок освободился, они выглядят вот так. По виду это как будто просто чисто вот фарш с какими-то там чуточку, знаете, вот по вкусу это вот чуточку просто добавленные специи. И все. Причем, кстати, вкус у них одновременно сладкий, соленый и острый. Но чуть-чуть. Три вкуса одновременно. Вот я не понимаю, как так, почему это вот так. Ну, честно говоря, купила бы я их еще раз, честно, нет. Ну, если так прям с голодухи, прям умирая, тогда может быть. Ну, нет, честно, мне не понравилось вообще. Я пробовала такие домашние, они обалденные. Ну, как они... Называются домашние, но как бы наш знакомый их делает и продает. Вот. То есть у него свое там, свой бизнес по этому поводу, как бы они домашние. Уж не знаю там, как он делает, надо взять рецепт, то вот это вот магазинное, ну, как тоже считается в какой-то степени магазинное, да, то есть он продает, там мы покупаем, да. Здесь тоже как магазинное, но, блин, это вообще... Это не то совершенно по сравнению... Если вы ни разу в жизни не пробовали и попробуете, может быть, будет нормально. Ну, честно для меня вот как-то не очень. Вот. Ну, ребенок съел с удовольствием, это понятное дело. Взрослый, ну, так, съел. Вот. То есть вот так она выглядит. Давайте сейчас я ее разрежу. Чтобы вам посмотреть... Внутри они уже немножко остыли у меня. Как колбаса, что-то там за жир такой. Как колбаса, кстати, да, внутри. Ну, это, наверное, и есть фарш. Только мне почему-то казалось, что они должны быть все-таки в пленочке. Почему-то мне так казалось. Ну, здесь вот видно какие-то козявки. Что-то видно, короче. Ну, специи, видимо, которые там есть. Вот. Давайте попробую с вами еще раз холодную. Может быть, она немножко другая все-таки будет. Ну, холодные, кстати, они так ничего, довольно немножечко ароматные. Но все равно вот этот вот какой-то странный вот привкус, он присутствует. Чуть-чуть острое, чуть-чуть пересоленное, немножко сладкое. Ну, не знаю, ну что-то такое необычное, знаете, как, наверное, хлеб
как сладкий хлеб, вы будете есть супом, например, с борщом. Попробуйте, кстати, я ела один раз. Это необычно. Это вот что-то, наверное, примерно такое же. То есть вроде как сладкая, например, сладкая котлета. Ну, будет что-то необычное, да? Ну, в принципе. Ну, в принципе, так ничего, сойдет. Не буду вас забалтывать. С вами был канал ArtMoney. Смотрите другие ролики в наши влоги, путешествия, обзоры на технику, на продукты. На продукты там уйму у меня просто. Разных обзоров, на шоколадки и все подобное. Обязательно посмотрите. Обязательно подписывайтесь вот тут вот внизу. Ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Пишите комментарии, на что сделать обзор в следующий раз, чтобы было вам интересно. И всем пока-пока.